знаете, я обошел более чем 7000 избирателей. И то, что я слушаю, я уверен, наверное, вы, наверное, не знаете на 50%. Поэтому мы будем, наверное, ходить с вами вместе, из района в район, из предприятия в предприятие, чтобы вы, как руководители, которые находятся в Приморье, знали, что происходит в городе. Потому что люди меня выбрали, и я людям обещал. Вы люди назначенные, наверное, вы не знаете того, что происходит в городе, и чтобы вы это знали, вы будете ходить и слушать, и потом выполнять, потому что вы все должны работать на благо вельчан.